Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Я продолжаем проходить Dead Light. Ух, короче, у меня, как вы видите, нету наушников с микрофона. Он у меня накрылся. И я приобрел себе новый микрофон, который, ну, как я раньше и хотел, короче. Вот, стационарный микрофон, настольный. Замучился его, короче, настраивать. Это был пипец. Вот. Несколько часов сидел, настраивал. Вот. Теперь у меня настольный микрофон и капельки воткнуты в уши. Теперь у меня звучание жесть. Я сам себя не слышу, что я говорю сейчас, вообще жесть. Так что в комментах, короче, пишите, как вам звучание нового микрофона. Намного лучше. Ну, я думаю, должно быть лучше за такую-то цену. Так, короче, мы пробрались с вами на стадион. Нам теперь надо спасти Бена. Да, Бена спасти надо. Смотрите, палатки здесь устроили, короче, убежище. Это запас еды, это что держали мы в городе, защищали их своими жизнями. Блин, теперь они у этих повстанцев. Непривычно, я себя плохо слышу, короче, и как я вообще говорю, надо чуть-чуть привытащить, чтобы хотя бы себя слышать, вот так. Окей. Ладно, что еще скажу? Это запасы еды, что держали в укрытии, да, то же самое. Понятно. Понятно, то же самое говорят. Так, держись, Бен, держись. Сейчас я тебя спасу. Бен, старый друг, я нашел тебя. Так. Чертила. Отвалила. Как же громко-то все в наушниках выйдет. Бен, ты старый лис, очнись. Что произошло? Они вырубили тебя. Думаю, я дал им достойный отпор. Я же сказал, что встречи с тобой, разве нет? Они забрали Стеллу, Рэнди, они спятили. Они все перестраивают силы, они убивают любого, кто встанет на пути. А что, моя семья, ты их видел? Я никого не видел, они связали меня, когда я отказался идти. Они увели Стеллу куда-то еще. Какую-то основную базу. Если они взяли твою семью, то они будут там. А что убежище? Это все ложь, Рэнди. Нет никакого убежища. Они просто используют его, чтобы собрать людей и увезти их куда-то еще. Зачем? Тогда мы должны выбраться отсюда, мы должны их найти. Пошли, приятель. У меня нет сил. Я довольно глубокий борец, и ты потерял много крови. Смотри, Рэнди, подарок на Рождество. Вертушка, ё-моё, мы не сможем лететь. Нам нужно остановить кровотечение. Тебе придется подождать меня здесь, мне нужно поискать что-то, чтобы залатать эти раны. Сегодня мой счастливый день. О чем ты говоришь? Даже такой, как я, поверит в Бога в подобный день. Оглянись. А, госпиталь. Отлично. Вертушка и госпиталь. Вот что нам нужно сейчас. Держись, Бен. Я достану тебе аптечку. Я вернусь так быстро, как смогу. Окей. Окей. Так. Блин. Как-то вообще громкомата. Окей, давай вот так вот. Вот так я себя хоть немножко слышу. Вот. А то мне так ощущение, как будто я кричу. Знаете, мне приходится кричать. Окей. Так, проклятие, где-то здесь должна быть аптечка и медикаменты. Конечно, это же госпиталь. Нужно быстро помочь Бену, или он истечет кровью. Это уже поняли давно. Не надо тут говорить. Смотри, тачка ментовская зарыта в яме. Ладно, погнали. Мелодия такая. Блин, прям в саундтреке тебя все слышно. Клево, мне нравится. Биг базах? Биг базах, большой базах какой-то. Большой базах. У нее голова повернулась или нет? Или мне показалось? Мне показалось, кажись. Кажись мне, покажись. Ладно. Если это не ад, то я не знаю, где он. Госпиталь.
Госпиталь, госпиталь. О, господи, госпиталь. Так, ладно. Окей, здесь что у нас? Утерянная страница моего дневника, отлично. Почитаем, почитаем. 3 мая. Мы с Беном сделали странное открытие. Этой ночью мы укрылись в подвале клиники. Мы там будем в безопасности, сказал Бен. Мы вошли раньше остальной группы. Пахло плохо. Весь пол был в насекомых. Куски кожи и волосы, там повсюду были волосы и кожа. Что-то одно и то же он сказал. Ладно. А в центре комнаты я увидел двух собак мертвых. Две собаки, что тоже искали безопасное место, я думаю. Они насмерть сражались за кусок гнилого мяса. Я задумался, ждет ли нас такая же судьба. Но они не сражались за мясо. Нет, я ошибся. В этом месте не было ничего, что можно положить в рот. Там не было ничего, кроме лекарств, сывороток, таблеток. Они сражались насмерть, но умерли от передозировки лекарствами. Они стали первыми собаками, которые умерли с бесполезной ампулой морфия между клыков. Чё, типа собаки были обдолбанные морфием, что ли? Наркотой? Поэтому они друг друга и захерачили. Так, смотри. Так, надо... Ага. Шкаф. Шкафулю надо пододвинуть. Давай пододвинем. Давай пододвинем. Оп, отлично. Два патрона от ружья. Кстати, да, мы же взяли ружье. Блин, какой громкий выстрел, жесть. Да пошла ты. Ладно, умри. Теперь ты без башки. Как? А вот давай, давай, попробуй, куси меня, куси меня. Без башки-то, попробуй, куси. Сволочь. Так, ладно. Ружье, короче, экономим. А, туда не перепрыгнуть, да? Это тень сделала так? Похоже, кто-то оставил сообщение на мультофоне. А, типа не переведется, что ли? Ну ладно, ну и хер с ним. Ну не пошло оно. Кстати, да, Бен сказал то, что убежища никакого нет. Новый закон куда-то отправляет. Блин. Твою-то мать, а? Твою-то мать, Рэнди. Лекарство находится по другую сторону лифтов. Да пошел ты. Я не знаю, мне надо... Да, слишком много, слишком... Рэнди, прыгай куда-нибудь. Фу. Фу. Короче, новый закон, он место, ну, под предлогом убежища, короче, собирает людей и куда-то их отправляет. Но зачем и куда, неизвестно. Вот зачем они куда-то... Так, погоди. Наверх или... Вниз. Давай-ка наверх сейчас поднимемся. Посмотрим, что можно наверху увидеть. Блин, а может внизу у нас там секретики какие-то? Или все-таки здесь? Может здесь? Погоди, двери закрылись? Нет, не закрылись. Если что, спустимся. Так, абсурдное письмо доктора, который изучал болезнь в больнице. Согласно его словам, новая болезнь делает нас бессмертными. Какой-то, знаете, помешанный на бессмертии какой-то чувак, какой-то злой доктор. Опа, 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 опа. Нанзалась. Молодца. А вот так ведь я вас... На вам по рукам, куда руки тянете? А ты на те еще тебе. И тебе. Сейчас всем достанется. Че, мало, да? Ах, те. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Еще. Смотри, что-то кусок отлетел от него, от кого-то. А еще. Вот еще. Блин. Шли в жопу, короче, задрали. Реально. Слишком долго. Так, погоди. Ну и? А чё я сюда забрался? Потратить чисто патроны, что ли?
А, во, смотри, двигается. Так, отлично. Еще два патрона от ружья. Еще одно сообщение этого доктора. А, это доктор? Это доктор, короче, сообщение оставляет. Понятно. Ладно. Похоже, этот доктор нашел, что искал. Короче, его сожрали, походу. Так. Стопэ. Стопэ. Нет, давайте-ка спустимся все-таки вниз. Мне что-то так предполагаю, что там какой-то у нас секретик есть. Опа-па-па-па-па-па. Осторожно, осторожно. Так. Ага, угу. Ага, если что, можно забраться. Понятно. Понятно. Выбирайся из моей головы. Папочка, папочка, хочешь со мной поиграть? Мы видение чуть не пропустили, короче. А, эти воспоминания, эти мысли. Так больно думать о моей Лидии. Ах ты черт. Хера, вот у него такие видения просто жесткие. Максимально здоровье увеличен. Да ладно. Да мы все, да мы боги. Да мы, мать его, боги. 5 ячеек здоровья. Прикиньте бы, сейчас мы пошли и не вернулись бы сюда. Просто пропустили вот такой ништяк. Вот такой огромнейший просто ништяк. Так, погоди. А теперь можно и возвращаться обратно. Окей. Блин, я чувствую в ужастике в таких наушниках, короче. Будет жестоко вообще. Потому что... Вот вокруг я ж, ну, не слышу никого, я слышу чисто вот игру. Причем так все басово и громко, что мать ее етить. А смотри, там толпа собралась теней. Так, а я смогу перепрыгнуть на ту сторону? На фигушки. Тогда валим. Тогда валим. Отлично. О, Рэнди молодца. О, так громко. Рэнди молодца, так все сам сделал. Так, аптечка нам не нужна. А здесь что? Кассета. Все больше и больше записей этого сумасшедшего доктора. Блин, было бы интересно, знаете, да, вот послушать этого доктора. Записи, хотя бы текстовую запись бы показали бы, я не знаю. А то... По-английски говорят, ничего не понятно. Так, погоди. Вот так. Отлично. Отлично, Рэнди. Давай, ты сможешь, я знаю. Ты у нас мазёвый скалолаз. Блин, музычка такая. Больница Святого Томаса. 5 июля, 86 год. Статус обновлен. Так, медик, какая ирония, больница полная теней, это место должно лечить и сохранять жизнь, а теперь это кладбище, на котором мертвые отказываются покоиться. Есть некая красота в том, как закончился наш мир. Никто не мог этого предвидеть, это часть жизни, которую смогли увидеть немногие из нас. Это прекрасная и в то же время самая ужасная вещь, которую я мог вообразить. Ясно. Ясно, Рэнди? Так, смотри, тут что-то еще лежит. Вырезка из журнала «Наука и медицина», в которой говорится о колонировании людей. А один из этических страхов, о котором говорится в статье, это улучшение нашего генетического наследия. Вот так, я там последнюю фразу не успел прочитать. Охеренно. Так, ладно, опа. Опа. Ну-ка.
Быстрее, 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 перезаряжай. Еще больше теней блокирует путь. Да вообще пипец, их здесь немерено. Вот отдел лекарств. Мне нужны антибиотики и что-то, чтобы перемотать раны Бена. Антибиотики. Давай, посмотрим. Это по-любому что-то годное должно лежать. Ищи давай, Рэнди. Это все, выбираемся отсюда. Блин, там такой шум, как будто их там еще больше, чем было. Пипец их там. Здесь клонируют не людей, здесь клонируют теней. Ну-ка. Давай, 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 давай. Как я вас, а, дурачил? Нефиг связываться с Рэнди. И со стримером. Окей. Так, это что, палаты какие-то? Айди незнакомца, ему имя Карла Гамолка. Карла Гамолка, хорошо, что не кошелка. Так, окей. Все четко. Угу. Угу. Допрыгну? Допрыгну. Допрыгну? Допрыгну. А. Так. Значит, на ту сторону. Вниз, я думаю, смысла нет, потому что там что-то какой-то обвал вообще жесткий. Часы доктора, который обрел бессмертие. Они остановились сразу после полуночи в 0.02. А, вот и этот доктор, короче, обрел бессмертие. Ну, шутник, а? Ну, шутник. Просто. Так, погоди. А, нам вниз? Нам все-таки вниз? Оказывается. Ага. Все-таки нам вниз. Воу! Воу, 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 аптечка. Ладно, похер на аптечку. Воу, воу, воу. Ааа, стулья. Стулья, мать твою. Бегом. Воу, воу, дерьмо. Мне лучше убираться отсюда быстрее. Давай ты уже. Из-за всего этого ты, блин, не успел. Думаю, да, Рэнди. Кажется, я чувствую тебя, себя лучше. Хотя я бы хотел, чтобы появилась одна из тех медсестер из белых дней. О, эти униформы. Шалби, ты помнишь, как это делать? Если есть горючее, то я обещаю, я смогу летать на этой штуке. Бинго! Что я тебе говорил, приятель? Если они отвели ее в убежище, с воздуха, то мы сможем найти ее. Бен, ты в порядке? Немного грустная голова, я не грустно, Рэнди. Я скучаю по жене. Я хочу снова быть с ней, приятель. Я устал от этой работы. По крайней мере, ей не пришлось проходить через все это. Мы словно старики, не так ли? Все наши разговоры о мертвых, все люди, которые мы любили, больше не здесь. Мы одни. Смотри, Рэнди, убежище. Ты сможешь найти их там? По крайней мере, я доставил тебя. Да ладно, Бен, ты что, убежишь, что ли? Бен, ты в порядке? Бен, Бен, очнись. Ах ты, Бен, а? Ах ты, Бен. Все-таки потеряли его. Все-таки потеряли. О, это что такое? Что за кошмар? Это что за хрени там такие ходят? Нифига себе. Стой, это мой район. Это моя улица. Мне это не нравится. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Что за великан? Вот этот день. День, когда тени уничтожили наш город.
Вон оно чё. Это мой дом. Я не хочу заходить внутрь. Это типа огромные тени, что ли, да? Показано. Шеннон? Лидия! Ладно. Окей. Погоди, что здесь творится? Нет! Все было не так. Вас здесь не было. Погоди, погоди. Военное кладбище, Форт Лоутон. Статус обновлен. Все больнее и больнее думать о них. Погоди. Значит, во время, короче, нашествия теней, короче, когда тени напали на город, Лидия и Шеннон, они были, ну, в доме, в доме. Павший. Бен мертв. Он умер от ран и нашел покой в крушении вертолета. Я не знаю, как я выжил, но я рад, что это так. Убежище прямо впереди. Я отчаянно хочу найти Шеннон и Лидию. И Стелла в опасности. Я должен спасти ее. Я должен спасти их всех. А, смотри, осталось из нашей группы осталась Стелла только, да? Угу. Значит так. Значит так. Понятно. Ну что? Давайте, наверное, на этом закончим, дорогие друзья. Вот, проверили, протестировали микрофон. Обязательно отпишитесь, короче, в комментариях, ну, как вам звук микро. Вот, то, что я дополнительные проги ставил, чтобы улучшить, короче, качество звука, ну, голоса и т.д. и т.п. Шумоподавление всякие там ставил. Вот. И хочу услышать ваше мнение. Ну и кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий.